планки ставить некуда. Вот что ты за человек? Год меня уже с этой полкой дрючишь. Сказал, сделаю, значит, сделаю. Когда? Когда время будет. А сейчас ты чем занят? Мать, ты что, не видишь? Наши играют. У тебя каждый день какие-то очередные наши играют. Иди и вешай полку. Сейчас. Развели бардак. Мать, где гвозди? Банки из-под кофе. От бабы. Это шурупы. Чего? Я говорю, это шурупы. А нафига тебе шурупы? Ты ж гвозди искал. Нет тут гвоздей. А это что? Ты ж сказала, банки из-под кофе. Ну правильно, а ты взял банку из-под чая. А, ну все, иди, не мешай. Так, а молоток где? Там лежит. Нет тут его. Да там он лежит, в шкафчике. Да нет тут его, я ж не слепой. А это что? И нафига его было так прятать? Ну ты ж сам его сюда и положил. Я не мог, у меня всегда порядок. Все, иди. Ну, мать, принимай работу. Ну, видишь, как хорошо. Спасибо тебе большое. А она банки выдержит? Ставь свои банки. Она тут теперь на века. Поболеем за сборную Шотландии, потому что... Отец! А нефиг было у меня под ногами крутиться. Сама я виновата. Ты что, куда-то собралась? Да, у меня сегодня куча дел. Да какие дела? У тебя выходной. Поэтому сегодня, в другие дни я на работе. Ну нет, ну куда ты прешься? Смотри, какая тут мягенькая кроватка. Да, я бы с удовольствием весь день провалялась. Давай, что там у тебя за дела? Да у нас там ванная подтекает, надо герметик купить. Вот скажи, у тебя мужик в доме есть? Есть. Ремонт мужское дело? Да. Все, ложись, отдыхай. А за продуктами кто пойдет? Кормить-то мужика надо. Пиццу закажи. А я что есть буду? Я не для того в зал хожу, чтобы потом пиццу хомячить. Ты чё, в зал ходишь? 3 раза в неделю. Я, видимо, куда-то отлучалась. Короче, сейчас ты попрёшься в магазин, а там дождь. Наберёшь полные пакеты, еле дотащишь их домой, а потом тебе ещё готовить. Да, реально неохота. Всё, заказывай пиццу, ложись, отдыхай. Ну, дома надо убраться. Вот скажи, ты одна в квартире живёшь? Нет. А убираешься всегда ты? Да. Пусть мужик твой разочек уберётся. Отдыхай. Слушай, а правда? Продукты покупаю я, готовлю тоже я, убираюсь я. Даже вопросы с ремонтом на мне. При этом я ещё и работаю. О, это не ко мне. Привет! Свет, у меня к тебе серьезный разговор. Ну? Вот вы же с Колькой гуляете? Да. А что вы делаете? Мелкая, зачем тебе это? Ну просто интересно, вы вот прям целуетесь? Да мама что ли шпионить отправила? Нет-нет, это я для себя. Ну, бывает. И что, прям в губы? А куда ж еще? Фу! А зачем тебе это? Я просто пытаюсь понять, насколько у меня серьезные отношения. Это с кем у тебя серьезные отношения? Ну смотри, в садике у меня есть Сережка, а на площадке Димка. Ну ты прям покорительница мужских сердец. Да, что есть, то есть. И в чем твоя проблема? Во-первых, мне интересно, обязательно ли целоваться, когда у тебя серьезные отношения? Совершенно не обязательно. Очень хорошо, потому что это противно. Так что у тебя с твоим гаремом? Смотри, Димка всегда дергает меня за хвостики, кидается песком и толкается. Ну, он мне нравится. А Сережка всегда отдает мне свой компот, защищает от других мальчишек и делится игрушками. Ну, он мне просто друг. Походу, это у нас заводские настройки. Я просто не могу понять, с кем у меня по-настоящему серьезные отношения. Мать, мы когда жрать будем? Да успокойся ты, скоро! Вот это серьезные отношения. Это? Да ну их нафиг! Мама, можно мне к Наташке с ночевкой? У тебя что, своего дома нет? Ну мы просто посидим, поболтаем, посмотрим кино. Знаю я, эти ваши просто посидим. Ну, мам! А ее родители не будут против? Не будут, точно-точно. А они будут дома? Ну... Понятно. Никаких ночевок. Ну, мам, все девчонки друг у друга ночуют. А если все будут с 5-го этажа прыгать? Ну что такого, если я переночую у подруги? Что? Света будет ночевать у подруги? Я тоже хочу. Тебе еще рано. Ну вот, как всегда, мне ничего нельзя, Свете все можно. Начинается. Мам, я хочу как Света. Ты будешь, потому что Света ночует дома. Ну, мам. Видишь, не такая уж ты и взрослая. А с тобой, мелочь, я еще разберусь. Мам, она меня обижает. Никто тебя не обижает. Мам, правда, вы относитесь ко мне так же, как к ней, а я на 10 лет старше. Хорошо, вопрос. Ты говоришь, что все девочки ночуют друг у друга, но почему ты никого не приглашала к нам? На это есть веская причина. Какая? Девки, хорош орать, уже башка от вас трещит. Ладно, иди. Свет, мне скучно. А ты купи слона. Что? Все говорят, что? А ты купи слона. Какого слона? Все говорят, какого слона. А ты купи слона. Я не понимаю. Все говорят, я не понимаю. А ты купи слона. Перестань. Все говорят, перестань. А ты купи слона. Я сейчас маму позову. Все говорят, я сейчас маму позову. А ты купи слона. Блин, только не ной. Это просто такой прикол. Прикол? Надо попробовать. Мам, купи слона. О, и тебя научили. Все говорят, ой, тебя научили. А ты купи слона. Чего? Все говорят, чего, а ты купи слона. Да как вы меня достали? Все купи да купи. Я вам деньги печатаю, что ли? Все, наказано, 2 дня гулять не ходишь. В смысле? Это же просто игра. Я все сказал. Ну ты, конечно, додумалась с папой в купи слона играть. Да кто ж знал-то? Запомни, с бабушкой веселее всего. С мамой можно, но у нее уже после меня иммунитет. А у этой игры есть правильный ответ? Конечно, нужно всего лишь сказать... Господи, как ты можешь быть такой спокойной? А что? Мужик твой обычно домой когда приходит? Примерно в это время.
время. Точнее, в 20.07, а сейчас уже 20.08. Значит, сейчас приедет. А вдруг с ним что-то случилось? Да все с ним в порядке. Смотри, уже 20.09, с ним точно что-то случилось. Ничего с ним не случилось. Позвони ему. Нафига? Быстрее, вдруг на него напали, нужно помочь. Ладно. Не абонент. Я же говорила, на него напали, дали по башке и отжали телефон. Может, там просто не ловит. Где там? У любовницы? Чего? А вдруг он специально выключил телефон, потому что он у бабы? Нет у него никакой бабы. А может, он шел к бабе, на него напали и проломили башку? И ты даже не знаешь, где он? Ты больше никогда его не увидишь. Алло, ты где? А чего телефон не работал? А, понятно. Он жив? Вызвать скорую. Да все с ним нормально. Телефон заглючил, пришлось перезагрузить. А я, видимо, в этот момент и позвонила. Он уже у подъезда. Скучно с вами. Мам, ты серьезно? Да, только нужно, чтобы вы меня поддержали. В принципе, я с тобой согласна. Но он же орать будет. Ничего, поорет и успокоится. Страшно. Ну, мать, подавай обед. Пожалуйста. Это что за фигня? Куриная грудка и брокколи. Смешно. Давай нормальную еду. Мне кажется, тебе надо похудеть. Чего? И девочки со мной согласны. Девочки? Да-да. Ах вы предатели. Я ж вас рожал. Что ты делал? Тьфу ты. Видишь, с голодухи уже чушь несу. Давай, неси пельмени. Пельмени — это гадость. Не смей называть пельмешки гадостью. Пельмени и так калорийные, а ты в них еще майонез фигачишь. О, дай майонез, чтобы эту твою бурду залить. Майонез нельзя. Ну, хлеба хоть дай. Хлеб тоже нельзя. Есть хлебцы, будешь? Мать, я сейчас психану. Психуй на здоровье. Я все равно потом лакерну колбаской. Нет в доме колбасы. И пива твоего тоже. Я женат на монстре. А ты мне не хами, я о твоем здоровье забочусь. О нервах моих ты подумала? Орете тут круглосуточно, теперь еще и голодом морите. А мне даже нравится, что папа толстый. Он так прикольно только с третьей попытки с дивана встает. Ладно, помучаюсь. Я ж мужик. Жизнь — говно. С чего это? Люди строят планы, достигают своих целей. А ты чего добилась? Да нормально у меня все. Да? Может быть, ты в космос летала, изобрела лекарства. Ты всего лишь часть серой массы. Так и проживешь ты свою никчемную жизнь. Да не все так плохо. А еще тебе скоро тридцатник, а ты не замужем. Конечно, кто ж такую же рабатинку замуж возьмет? Правильно, пей. От бухлишка ты же только краше становишься. И что мне делать? Просто сидеть тут и тихо ждать смерти. Ебать ты задвинула. Че, перебор? Никогда не умела выражать свои мысли. Поздравляю, ты бездарность. Я не бездарность. Еще и страшненькая. Нет. Открывай Инстаграм. Ой, в Инстаграме все красивые. А ты и в Инстаграме выглядишь как грязный носок. Я не носок. Конечно нет, носок пользу приносит. А от тебя какая польза? Не знаю. Тогда сворачивайся калачиком, включай грустную музычку и начинай плакать. И как это поможет? Никак, но я же тут и не помогаю. Это тебе нужна какая-нибудь умная часть тебя. А у меня ее нет. Вот именно. Мам, мне приснился кошмар. Конечно, ты же на выходных с бабушкой в баню ходила. Я после такого вообще не уснул. Помолчи, а. Я теперь не могу уснуть. Ложись с нами. Начинается. Трехспальная кровать, Ленин с нами. Не слушай папу, ложись. Мать, теперь я уснуть не могу. А с тобой-то что? Да я представил. Баня, твоя мамаша. Пойду снотворного махану. Я тебе махану, только попробуй. Ну, во-первых, ты уже опоздала. И, а во-вторых, такой стресс надо снимать. Вообще-то это у меня стресс. Не, тебе мое снотворное еще рановато. Так, никто никуда не идет, всем спать. Ну, я так не усну. Мам, пусть он перестанет. Я уже 20 лет этого жду. И как же ты спишь? Привыкла. Мне кажется, я теперь в тишине спать не могу. Может, его потыкать? Не надо. Это он еще тихонечко. Тогда я пойду. Иди. Может, к Свете ляжешь? Не, я ее уже будила. Я таких слов даже от папы во время чемпионата мира не слышала. Надо будет провести воспитательную беседу. Со Светой? С папой. Мать, не храпи. Как прекрасна моя жизнь. Докопайся до него. Зачем? Ну надо. Че делаешь? Да ничего. Он от тебя что-то скрывает. Ну а все-таки, что там интересного? Просто Инстаграм не ставил. Угу. А че тогда сразу не сказал? По-любому на телок там смотрит. Да че сразу телок? А там еще кто-то есть. Аргумент. Ну ты посмотри на него, сидит такой спокойный. Аж бесит. Может, нашу короночку? Может, не надо? Надо. Ты совсем не обращаешь на меня внимания. В смысле? Он никогда тебя не понимал. Ну это же неправда. Похер, мочи. А ты никогда меня не понимал. Да что я сделал-то? Проблема, он ничего не сделал. Прикинься дурочкой. А то ты сам не знаешь, что ты сделал. Красава! Да что случилось? Никакой конкретики, только абстрактность. А ничего не случилось. Тебя вообще ничего не волнует. Лишь бы только тёлок разглядывать. Про тёлок сейчас очень хорошо вернула. Добивай. И вообще, тебе надо решить, что для тебя значит наше отношение. А я пошла. Вот что это сейчас было? Скажи, а я тебе вообще нужен?